оппонента против Канело Альвареса, но Гена не знает, что делает. Раз он решил отправить своего соперника в нокаут, это говорит о том, что он в хорошей форме. Даже несмотря на тот факт, что на протяжении длительного времени он не боксировал. Что касается Маркиросяна, то, конечно, за такой малый срок подготовиться к такому серьезному сопернику, как Головкин, очень-очень сложно. Продемонстрировал он в начале этого боя какие-то свои качества, но, конечно, этого недостаточно. Серию сокрушительных ударов нанес Головкин, и после таких ударов, естественно, не смог устоять на ногах Ванес Маркиросян. Таким образом, легкая победа, легко прогнозируемая. Я записываю.